Так как спектакль «Мамино сердце» играет всего один актерский состав, ребятам приходится сменять друг друга. Сначала они играют детей-сирот, а потом образы страха. Тема, которую в работе поднимает режиссер, трогает зрителей, смотрят на сцену с замиранием сердца. Сегодня у нас будет мой авторский спектакль. Он называется «Материнское сердце». Это история о том, как в нашем мире появляются дети-сироты и как они обретают семью. История будет не очень простая, но со счастливым концом, потому что в нашем спектакле любовь побеждает страх. В студии «Сверчок» всего 4 года, но за это время на суд зрителей представлены большие и серьезные работы. Стало традицией в конце учебного года ставить авторские спектакли. Когда заканчивается работа над очередным спектаклем, вижу картинки другого спектакля, уже будущего. И мне сейчас видятся какие-то новогодние истории, смешные, веселые, разные сказочные персонажи, чтобы дети могли максимум свою фантазию и творчество проявить. Воспитанники театральной студии «Сверчок» уверенно держатся на сцене. Многочасовые репетиции проходят не зря. Наш коллектив очень дружный. Мы очень любим приходить на занятия. Мы занимаемся здесь, учимся театральным новшествам. Мы узнаем, что такое кулиса, что такое сцена. И самые простые, самые первые наши спектакли – это «Как дед посадил репку» и тому подобное. Мне очень нравится здесь заниматься. Занимаюсь я где-то года 4. Мне кажется, я уже опытный артист. В следующем учебном году руководитель студии планирует ввести в обучение предметы по сценическому движению, вокалу и хореографии. Все это поможет в будущем. Мария Шматкова, Артем Ломоносов, телекомпания «Одинцова».